Для создания цветов по базовому курсу школы Танджибана вам потребуются следующие материалы и инструменты. Инструменты, паяльник, пинцет с удобными ручками, шило конусное, ножницы, мисочки для разведения красителей и кисти. Расходные материалы – это клей Hard & Soft, проволока разных номеров, уже обмотанная бумагой, тычинки разных видов, ткани, бывают шелка, вискоза, красители и спирт, который можете купить в любой аптеке. Вполне возможно, что у вас есть что-то из этого в наличии, и вы сможете начать обучение. Но для полноценного обучения я рекомендую приобрести расходные материалы и инструменты школы Танджибана. На сайте школы вы можете приобрести стартовый набор на базовый курс, в который входят все расходные материалы.